Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой очень красивый 3D мотив. Почему говорю не салфетка, а говорю мотив? Потому что этот мотив можно использовать как для вязания салфетки, если взять тоненькую пряжу, тоненький крючочек, так и для вязания, например, ковра из полиэфирного шнура. Можно связать красивую сидушку на табурет, если кто-то такое любит. Я вязала разной пряжей, вот просто которая у меня нашлась. Есть акрил, есть хлопок здесь, есть смешанная пряжа, акрил и хлопок. Вторую салфетку я вязала в одном цвете, голубую. Вязала в две нити пряжи хлопок и акрил в составе. Поэтому я вам не буду говорить, какую пряжу нужно использовать здесь. Вы сами, пожалуйста, выберите цвет, выберите пряжу. Я вам показала варианты, что можно сделать вот такой, да, несколько цветов, подходящих друг другу. Можно сделать однотонную. Это уже как вам нравится. Крючок также подбирайте под толщину своей пряжи. Я вязала крючочком 3,5 размера, мне подошел такой. Вы уже выбирайте под себя, под свою пряжу. Мне очень нравится, что у нее такой 3D эффект. Выпуклые вот эти вот детальки. Много-много. Серединка такая выпуклая. Вот эти лепесточки вверх торчат. Очень понравился мне этот мотив, поэтому я решила показать его вам. Берите крючок, давайте вязать. Начинаем работу с набора воздушных петель. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первую от начала вязания петлю мы продеваем крючок, вытягиваем рабочую нить и сразу же соединительной петлей закрываем ряд. Одна воздушная петля подъема. Вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую от начала вязания петельку предыдущего ряда мы вводим крючок и закрываем ряд. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. В эту же петельку столбик с одним накидом. Накид. В эту же петельку столбик с одним накидом. Накид. В эту же петельку столбик с одним накидом. Накид. И пятый столбик в одну петлю. Посчитаем. Петли подъема у нас считаются за столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь нам нужно связать элемент попкорн. Мы отсчитываем в первых петлях подъема третью петельку. 1, 2, 3. Вводим крючок в заднюю полупетлю. Подхватываем нашу петельку, рабочую нить, и протягиваем сквозь эту петлю. Затягиваем. Первый элемент попкорн связан. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Накид. В следующую петельку вяжем 5 столбиков с накидом в одну петлю. 1. Сюда же в
второй, сюда же третий, сюда же четвертый, сюда же пятый столбик с одним накидом. Крючок вводим в первую верхнюю петлю первого столбика из 5, подхватываем нашу рабочую нить и протягиваем еще разочек, подхватываем нашу рабочую нить и протягиваем сквозь эту петельку. Второй элемент попкорн мы сделали. 3 воздушных петли. 1, 2 и 3. Накид. В следующую петельку предыдущего ряда мы вяжем то же самое. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5 столбиков с одним накидом. Снова повторяем наши действия. В первую петельку первого столбика мы протягиваем рабочую нашу петлю. Третий элемент связали. 3 воздушных петли. И теперь все повторяется у нас по кругу. В каждую петельку мы должны провязать по элементу попкорн. То есть это 5 столбиков с одним накидом, затянутые вот здесь в макушке. Итого у нас должно получиться 8 элементов. Вот мы почти довязали второй ряд. Вяжем последние 3 воздушные петельки в этом ряду. И находим верхушку у первого попкорника. Вводим туда крючок, вытягиваем рабочую нить и соединяем наш ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так это выглядит. Набираем 3 воздушные петли. Начинаем вязать третий ряд. 1, 2, 3. Накид. В эту же петельку, то есть в макушку нашего предыдущего попкорна, только не сюда, а именно в петельку. Нам нужно сохранить вот эту объемность. Вводим крючок, и все повторяется. Столбик с одним накидом, накид. В эту же петлю столбик с одним накидом, накид. Столбик с одним накидом. И пятый столбик с одним накидом. Петли подъема, я напоминаю, у нас идут за столбик. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок в третью снизу полупетлю дальнюю. И протягиваем нашу рабочую петельку. Делаем все то же самое, что делали здесь. 3 воздушных петли. Накид. И теперь вот в эту арочку, вот в эти арочки мы будем тоже провязывать попкорник. Это значит 5 столбиков с одним накидом. 3, 4 и 5. Находим верхнюю петельку первого столбика и протягиваем в нее нашу рабочую нить. Все, дальше вяжем все то же самое, что вязали в предыдущем ряду. 3 воздушных петли и попкорн. 3 воздушных петли, попкорн. Вяжем в верхнюю петельку
в вершину предыдущего вот попкорника, потом в арку, верхнюю петельку в арку чередуем наши попкорны. То есть вот этот я свяжу вот сюда, только в петельку. Еще один вам покажу. А дальше все повторяется. 3, 4 и 5 столбик с накидом. И протягиваем нашу рабочую петельку. Вот так. Затягиваем. Следующий попкорн вяжем в арочку. Сюда в арочку. Вяжем так до конца ряда. Довязали практически третий ряд. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И крепимся в основание попкорника первого. Вот что у нас получилось. Давайте посчитаем наши попкорники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук. Начинаем вязать четвертый ряд. 3. Ой, нет, 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 обманываю. Вводим крючок в арку ближайшую, вытягиваем рабочую нить и делаем соединительную петельку. Нам важно перейти под арку. Вяжем 3 воздушных петли. И теперь все то же самое, что мы вязали до этого. Вяжем 5 столбиков с одним накидом под арку. 3. 4 и 5. Находим нашу верхнюю петельку и протягиваем туда рабочую петлю. Все, все то же самое. 3 воздушных петли. И теперь мы будем вязать попкорники только в арке. Вершины уже не будем вязать. Накид. Ищем следующую арочку и вяжем сюда тот же самый элемент. 3, 4 и 5. Находим верхнюю петельку и протягиваем рабочую петлю. Все то же самое мы будем вязать до конца ряда в каждую арочку. Завершаем четвертый ряд. Верхнюю петельку первую от начала мы протягиваем рабочую нить и закрываем четвертый ряд. Вот что у нас получается. Вот такая серединка цветочка. Вяжем пятый ряд. Переходим крючком под арочку и протягиваем петельку, то есть соединительную петлю делаем. Вяжем одну воздушную петлю, накид, столбик с одним накидом. 2 накида. Вяжем 2 столбика с 2 накидами. 1 и 2. Три накида. 1, 2, 3. Вяжем столбик с 3 накидами. 2 воздушные петли. Простите.
3 накида. В соседнюю арку вяжем столбик с 3 накидами. Два накида. Вяжем 2 столбика с 2 накидами. 1 и 2. Это все сюда же под одну арочку. 1 накид. И провязываем столбик с 1 накидом. И столбик без накида. Вот что у нас должно получиться. Следующую арку сразу же переходим и вяжем столбик без накида. 1 накид в эту же арочку, столбик с 1 накидом. 2 накида в эту же арочку, вяжем 2 столбика с 2 накидами. 1 и 2. 3 накида. Вяжем сюда же, в эту арку, столбик с 3 накидами. 2 воздушные петли. 3 накида. И переходим в соседнюю арочку. Вяжем столбик с 3 накидами. Маленько запуталась. Столбик с 3 накидами. Дальше вяжем 2 столбика с 2 накидами. 1 и 2. Дальше вяжем столбик с 1 накидом. И дальше вяжем столбик без накида. Вот что у нас получается. Такие лепесточки. Их мы будем вязать до конца ряда в каждую арочку. Довязали до конца ряда и вот сюда в основание соединительной петелькой закрыли 5-й ряд. Вот что у нас с вами должно получиться. Такие лепесточки. Вяжем 6-й ряд. Переворачиваем вот так на изнанку наши лепесточки. Вот видите, как я сделала. И теперь тут важно понять, вот у нас лепесточек делится на 2 части, каждая часть находится на арке, и вот эту вот одну часть нам надо примерно разделить крючочком на половинку, проскочить под арку там и прикрепиться. Дальше вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вторая часть нашего лепесточка, вот она. Также делим ее наполовину примерно. И вот сюда проныриваем крючком. Вяжем столбик без накида. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий лепесточек ищем. Вот он у нас на 2 части разделены. Правая часть и левая часть. Правую часть вот примерно вот так разделяем на половинку и крепимся за арку под ним. Вяжем столбик без накида. Снова 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Левая часть нашего лепесточка разделяется примерно на две части. Вот так. И протягиваем сюда, вяжем столбик без накида. Таким способом мы вяжем наши арочки по кругу до конца ряда. Заканчиваем вязать шестой ряд. Вот сюда в основание можно куда-нибудь крючок ввести и соединительной петлей закончить ряд. Это изнаночная сторона. Поворачиваем на лицевую, вот как бы мы вязали дальше, да? И начинаем дальше вязать. Теперь мы вяжем так же, как вязали вот этот ряд с лепесточками. То есть вяжем один столбик без накида, накид, столбик с одним накидом, два накида, столбик с двумя накидами. Это все вот мы подарку вяжем под одну. Еще два накида, столбик с двумя накидами, три накида, столбик с тремя накидами. Две воздушные петли, три накида, и в эту же арку никуда не переходим. Вяжем столбик с тремя накидами, два накида, два столбика с двумя накидами, один и второй. Один накид, столбик с одним накидом и столбик без накида завершает наш лепесточек. Вот что у нас должно получиться. Ну, все то же самое, что и здесь. Только теперь у нас этих лепесточков станет больше за счет дополнительной арки. Следующий лепесточек вяжем в следующую арку. Столбик без накида, столбик с одним накидом, два столбика с двумя накидами, один и второй, столбик с тремя накидами, две воздушные петли, столбик с тремя накидами, в обратном порядке пошли, да, на уменьшение. Столбик с двумя накидами, еще один столбик с двумя накидами, столбик с одним накидом и столбик без накида. Вот что у нас с вами получается. Видите, зачем мы сюда наши арочки крепили, к этим лепесточкам? Для того, чтобы они имели такой, ну, 3D-эффект, были приподняты за счет этих арок. Следующие лепесточки, они тоже будут приподниматься, но уже немножко по-другому. Так мы будем вязать до конца нашего ряда. Итак, заканчиваем седьмой ряд. Вот сюда в основание я веду крючок и соединительной петлей просто закрою седьмой ряд. Вяжем восьмой ряд. Переворачиваю на левую сторону наш мотив и провяжу 3 воздушных петельки. Теперь вот эти лепесточки, которые мы вязали в предыдущем ряду, они у нас на две части как бы разделены, да? То есть с изнаночной стороны я их разделяю на две части. И вот так же за арочку прикрепляюсь
столбик без накида и вяжу 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ищу следующий лепесточек. Так, серединку нахожу у него. Прикрепляюсь за арочку столбика без накида и вяжу 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова следующий лепесточек. Ищу серединку. Я на изнанке нахожусь. Крючок. Вытягиваю рабочую нить и вяжу столбик без накида. Таким образом я буду вязать по кругу до конца ряда. Буду вязать эти арочки. Почти довязали мы 8-й ряд. Последняя цепочка, и мы вот сюда просто в основание прикрепимся соединительной петелькой. Теперь переходим, 9-й ряд начинаем, переходим на арочку сразу же и вяжем 1 столбик без накида, 1 столбик с накидом, 2 столбика с двумя накидами. И второй. И один столбик с тремя накидами. И один столбик с четырьмя накидами. Все. Одна воздушная петля. Один столбик с четырьмя накидами. Один столбик с тремя накидами. Два столбика с двумя накидами. И второй. Один столбик с одним накидом. И столбик без накида. Этот лепесточек у нас получился побольше, чем предыдущие. И также точно переходим на следующую арочку. Вот она у нас. Вяжем столбик без накида. Столбик с одним накидом, 2 столбика с двумя накидами, 1, 2, 1 столбик с тремя накидами и 1 столбик с четырьмя накидами. Да, вот такой высокий столбик получается. Так, одна воздушная петля, один столбик с четырьмя накидами, один столбик с тремя накидами два столбика с двумя накидами, один и второй. Один столбик с одним накидом и столбик без накида в конце. Так мы будем вязать до конца ряда по нашим арочкам, пока не закончится ряд. Так, ну вот что у нас с вами пока что получается. Заканчиваем ряд и крепимся вот сюда.
в основание соединительной петлей. Теперь нам нужно подняться вот сюда, в вершинку лепесточка. Для этого я вот так, смотрите, пойду. Так. Просто вытягиваю рабочую нить и соединительной петелькой поднимаюсь вверх. Ничего тут не натягиваю. Так. И пришли вот в эту арочку, где мы одну воздушную петлю вязали. И здесь начинаем вязать арки. 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Идем к следующему цветочку. Находим вот эту вот арочку, вершинку. И вяжем столбик без накида. Снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Снова идем к следующему цветочку, ой, листочку, лепесточку. И в арочку вяжем столбик без накида. Таким образом мы будем вязать по 9 воздушных петель в каждый лепесточек. Закончили 10 ряд. Вот так я прикрепилась в петельку. Подныриваю под арку и вяжу столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Провязываю столбик с накидом один раз, не до конца. Снова накид. Провязываю один раз. Накид, провязываю один раз. На крючке у меня сейчас 4 петли. Провязываю их все вместе. 4 воздушных петли. 1, 2, 3 и 4. У нас получилось 4 столбика с общей вершиной. Снова накид. Провязываю один раз. Накид один раз, накид один раз, не до конца, и еще раз. Один раз закрываю. На крючке у меня теперь 5 петель, и закрываю я их все вместе. 4 воздушных петли. Снова накид в эту же всю арку, вяжем все в одну арку. Не до конца, не до конца, третий не до конца и четвертый. Один раз закрываем, на крючке 5 петель и все вместе закрыли. 4 воздушных петли. 4. И еще разочек провяжем этот элемент в эту же арку. 1. Второй, третий и четвертый. На крючке 5 петель, провязываем их все вместе. Все, теперь вяжем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Идем к следующей арочке. И посередине арки через арку вяжем столбик без накида. Дальше вяжем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И в следующую арочку, вот в эту, вяжем снова 4 элемента наших. 1, 2, 3, 4. Закрываем все вместе их. Снова вяжем 4 воздушных петли. Снова вяжем здесь, здесь и здесь 4 элемента. Вот так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Провязали 4 мотива. И теперь снова вяжем 4 воздушных петли. 1, 2, 3,
4, в следующую арку вяжем столбик без накида, 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4, и все, снова начинаем вязать наши элементы. 4 штучки через арку. Сделала 1, 2, 3, 4 и так далее. Вяжем по кругу. Заканчиваем 11 ряд. Вот сюда верхнюю петельку соединительной петлей закрываю ряд. Вяжем 12 ряд. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Вот в эту арку вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. В вершину вяжем 1 столбик с накидом. В следующую арку вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вяжем 1 воздушную петлю и в эту же арку вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. В вершину вяжем 1 столбик с накидом. В следующую арку вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вяжем 1 воздушную петлю. И вот в этот столбик без накида в предыдущем ряду мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вводим крючок в первую петлю первого столбика и делаем элемент попкорн. 1 воздушная петля и снова пошли. В вершину вяжем 1 столбик с одним накидом. В следующую арку вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. В следующую вершину вяжем столбик с накидом. В следующую арку вяжем 3 столбика с накидом. 2 и 3. 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом в эту же арку. 1, 2 и 3. Ну что ты запутался? В вершину вяжем 1 столбик с накидом и в следующую арку вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3,
4 и 5. Одна воздушная петля. И вот в это место вяжем снова элемент попкорн. То есть 5 столбиков с накидом в одну петельку. 2, 3, 4, 5. И вытягиваем нашу петельку вот сюда. Оп, получили объемный элемент. Одна петля, и все, по новой пошли опять. Один столбик в вершину. Сюда 5 столбиков, сюда 3 столбика, 1 воздушная петля, снова 3, 5 столбиков, 1. Заканчиваем 12 ряд. Вот я в третью петельку отсчитываю, ввожу крючок и соединительной петлей закрываю ряд. Вяжем 13 ряд. 3 воздушные петли, накид. В эту же петлю столбик с накидом. В эту же петлю столбик с накидом. В эту же столбик с накидом. И сюда же 5-й столбик с накидом. Петли подъемные заменяют у нас столбик. Первую от начала петельку ввожу крючок и делаю попкорник. Одна воздушная петля, накид. Пропускаю одну петельку и в следующую петлю предыдущего ряда я вяжу такой же элемент. То есть 5 столбиков с одним накидом. Что я делаю, божечки мои? Отвлеклась, кошка замявкала, я отвлеклась. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Столбик в первую петлю ввожу крючок и вытягиваю хвостик. Вот второй элемент у нас получился. Одна воздушная петля, пропускаю одну петельку и в следующую вяжу такой же элемент. 5 столбиков с одним накидом в одну петлю. Второй, третий, четвертый и пятый. Все, и затягиваем наш попкорник. Таким образом я буду вязать через петельку. Когда я приду сюда к арочке, тут у нас воздушная петля была, я сюда свяжу его и дальше через одну петлю. В общей сложности с правой стороны у нас должно получиться 5 и с левой 5 и посерединке 1. Вот что у нас получается. 1, 2, 3, 4, 5, 1 посередине в арке, 1, 2, 3, 4, 5. Довязали до конца элемент. 1 воздушная петля, накид. Пропускаем вот это место, где у нас в предыдущем ряду элемент попкорн. И в первую петельку вяжем снова 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. Все, и дальше все то же самое идет. Одна воздушная петля, один пропускаем, следующий вяжем снова такой же элемент. 2, 3, 4.
4 и 5. Все, и так мы вяжем до конца ряда в каждую арочку. Заканчиваем 13 ряд. Находим вот тут вершинку и просто прикрепляемся к ней. Соединительной петлей. 3 воздушных петли. И вот так обхватываем сзади крючком предыдущий элемент попкорн. Вытягиваем нить и вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Следующий обхватываем крючком сзади. Вот так. Вытягиваем нить и вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. И снова. Так мы вяжем вот до этого места. Довязали. Связали 3 воздушные петли. Вот тут где у нас вот эти 3 элемента попкорна. 2 из них мы будем объединять. То есть заводим крючок под первый. Вытягиваем нить, но не провязываем. Заводим крючок под второй, вытягиваем нить, на крючке 3 петли, 1, 2, 3, и провязываем их все вместе. Снова 3 воздушные петли, следующий обхватываем сзади и вяжем столбик без накида. Опять 3 воздушные петли, столбик без накида. Так мы вяжем снова сюда. Тут опять 2 вместе соединяем. Еще раз покажу. Обхватываем крючком. Да, 3 провязали воздушных петли. Обхватываем крючком сзади. Не провязываем. Вторую обхватываем крючочком сзади. На крючке 3 петли. 1, 2, 3. И все вместе их протягиваем. Так мы вяжем по кругу до конца ряда. Все, мы дошли до конца 14 ряда. Вот сюда под арочку заходим. Вяжем столбик без накида. 3 воздушных петли. И столбик без накида. 3 воздушных петли под арочку. Столбик без накида. 3 воздушные петли под арку. Столбик без накида. Вяжем вот до этого места. Довязали. Связали 3 воздушных петельки. И теперь, как мы и там, объединим вот эти 2 арки. То есть вводим крючок под арку, вытаскиваем рабочую нить, не провязываем. Под вторую арочку вытаскиваем рабочую нить. На крючке 3 петли. Провязываем их все вместе. 3 воздушных петли. И снова под арку. 3 воздушные петли. И снова под арку. Так мы вяжем по кругу до конца ряда. Довязали до конца ряда. Прикрепимся вот к этой арочке и вяжем последний 16 ряд. Набираем 3 воздушных петли и одна петелька у нас пойдет на расширение, скажем так. Накид. Вот смотрим, под аркой всегда есть
нижняя вот эта перемычка. Вокруг нее вот так обхватываем крючком и провязываем столбик с накидом. Одна воздушная петля, накид. Следующая арочка верхняя, вяжем в нее столбик с накидом. Одна воздушная петля. Следующая перемычка снизу, обхватываем, нет, накид сначала делаем, обхватываем ее крючком сзади и вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, накид. В следующую верхнюю арку вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, накид. Под аркой смотрим, у нас идет перемычка внизу. Обхватываем сзади, вяжем столбик с накидом. Таким образом мы вяжем вот до этого места. Довязали вот до этого места, где у нас вот он тройной этот попкорник. И крайний столбик мы вяжем на нижний столбик, прикрепляем, да, делаем выпуклый столбик и делаем, нет, ну тут накид мы не делаем, просто вводим вот в это место крючок и вяжем столбик без накида. Воздушная петля, накид, столбик с накидом. Одна воздушная петля, в нижний столбик вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, в верхний столбик вяжем столбик с накидом. Только кажется сложно, на самом деле тут надо провязать чуть-чуть, и все станет понятно. То есть в этом месте мы вяжем столбик без накида и как бы маленько сужаем его, да? А здесь дальше вяжем столбики с накидом. Смотрите, какой интересный объемный получается узор по краю. Ну все, красота моя готова. Вот так она выглядит. По-моему, очень эффектно получилось. Такой 3D эффект интересный. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока-пока.